Подарок карагандинцам ко дню первого президента сделаются сотрудники государственных органов. Если новорожденным торжественно вручат свидетельство о рождении, то жителям города представители закона бесплатно дадут юридическую консультацию. По всей Караганде проводятся мероприятия, приуроченные ко дню первого президента. В стороне не остались и государственные органы. Областным департаментом юстиции будет проведен ряд мероприятий. 1 декабря органы проведут бесплатные консультации для граждан. Будут выданы свидетельства о рождении. Также состоятся встречи с молодежью, где будут разъяснены основные юридические аспекты. В связи с этим начальник департамента юстиции не отказался прокомментировать данные события и поздравить карагандинцев. В преддверии празднования дня первого президента Республики Казахстан департаментом юстиции области проводится ряд мероприятий. Это широкая информационная работа о роли лидера нации, первого президента в обретении, становлении и укреплении независимого Казахстана. Хотелось бы поздравить всех карагандинцев с знаменательным праздником, пожелать всем здоровья, благополучия, счастья, а нашей Родине процветания.